На территории артбазы была вызвана опять пожарная машина. Ищут, кто-то вызвал, ищут очаг. Вот, смотрю, пожарник, пожарный идет. Сейчас все будем выяснить. Я вижу дым возле здания жилого Энгельса 19. Опять горит. Пожарные сейчас объедут, попытаются с той стороны подъехать. Здесь им проехать нету возможности. Будем наблюдать, что будет происходить дальше. То есть я прибыл сюда до работников пожарной службы. Вижу горящий сухостой. То есть трава. Само собой загореться это не могло. По квадратуре мне тяжело соизмерить, сколько горит, потому что я все время вижу новые очаги. Здесь очаг, здесь пошел очаг. И он раздувается, мы видим, да? Сейчас все деревья, вот это все пойдет гореть. Здесь за забором, буквально рядом, располагаются частные гаражи. Ну, вот такая вот ситуация. Ждем пожарных. Эту сторону забора тоже. Здесь как бы зона периметра. Между двух заборов то же самое пошло уже возгорание. Я думаю, это сознательно, но не мне решать. Ну вот опять возле подъездов понаставлено машин. Проехать пожарной машине проблема. Пожизненная проблема этого двора. Люди не думают, где ставят машины. На территорию в это место пробраться практически нереально. Сейчас как будут выкручиваться пожарники, я даже не представляю себе. Вот, наверное, единственная в нашей жизни служба, которая безотказна и всегда работает. Выборы, не выборы. Кто при власти? Тут обойти можно тоже. Тут обойти можно тоже. Лазейка есть. Саша, ну стой. Пацаны там, давай. Работают. Кто-то подвалил работой пацанам. Ребята прямо в бой сразу. Кто бы еще так работал? Канатка на 5 на Вот такие они трудовые будни, да? Ну и детвора прибежала интересная. С газеты, да? С видео. Интернет-издание. Хорошо. Все, приятно было пообщаться. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, мужчины, что вы такие есть. Ну что, спасибо, пацанам. Да. Спасибо этим добросовестным людям. Спасибо за то, что они есть, за то, что они делают такую работу.